Идеология нацизма в современном обличии вновь создает прямые угрозы безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве. 2 февраля в стране отмечается День воинской славы, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в городе на Волге. Это одно из важнейших и крупнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Битва продолжалась почти полгода и затронула не только Сталинград, но и территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Калмыкия. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Тема истории стала одной из главных в стране. Сегодня в программе «Смотрите». История, как известно, является той областью знаний, которая создает преемственность поколений. Ничто не забыто. Почему в вузах страны вводят обязательный курс отечественной истории? У меня есть принцип, научился сам научить других. Быстро и качественно. Как казанская студентка разработала единственный в мире курс по скорочтению? Бренд нашего университета показывает, что интересно здесь работать. КФУ «Лучший работодатель». По каким критериям Казанский университет попал в рейтинг крупнейшего портала по поиску работы? Ну вот у нас как бы наш приемник, который принимает как раз сигналы спутников. Сигналы из космоса. Как казанские радиофизики ищут новые способы прогнозирования опасных метеоявлений? Кадровые изменения в КФУ. Кто стал новым проректором по административной работе и руководителем аппарата? Обновленный курс «История России» начнут читать с 1 сентября этого года во всех вузах страны. Для студентов неисторических специальностей проведут 144 часа исторического экскурса в прошлое и настоящее страны. Концепция преподавания курса была принята на заседании экспертного совета по развитию исторического образования при Миноборнауки России. Символично, что это решение пришлось на важнейшую дату отечественной истории – к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Проект концепции курса обсудили в вузах и академических институтах страны. Было получено около 500 замечаний и дополнений. Большинство учтены. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин уточнил, что документ устанавливает требования к уровню знаний, которыми должен обладать студент, а не к методам достижения образовательного результата. При этом у вузов должна сохраняться необходимая свобода действий, возможность пользоваться собственными и методическими наработками и образовательными технологиями. Принимаемый нами документ в первую очередь устанавливает требования к уровню знаний, которыми должен обладать каждый студент, а не к методам достижения образовательного результата. Ставку нужно сделать на классическую аудиторную работу со студентами или семинары, поддержал министр Валерий Фальков. История, как известно, является той областью знаний, которая создает преемственность поколений, влияет на гражданско-политическую культуру, мировоззрение, нравственные ценности человека и в широком смысле на становление личности. А это становление происходит не только в школе, но и во многом в высших учебных заведениях, в университетах. История как наука и одновременно учебная дисциплина формирует отношение общества к своему прошлому, учит по-новому смотреть на настоящее, формирует целостное мировоззрение. Кроме того, именно в знании нашей истории кроется основа российской модели выстраивания межнациональных отношений и ее полиэтничности. Экспертный совет обсудил и подготовку вспомогательных методических материалов для курса, а также запуск курсов повышения квалификации для преподавателей. Казанский университет также был привлечен к работе над концепцией. В заседании экспертного совета по развитию исторического образования принял участие директор Института международных отношений Рамиль Хайруддинов. Единственный в России курс скорочтения на татарском языке разработала студентка Казанского федерального университета. Пособие позволяет усваивать информацию в 2-3 раза быстрее. Проект ТИС-УКУ четверокурсницы Малике Хайрулы победил в номинации «Лучшая студенческая инициатива» конкурса «Студент года КФУ». Эксклюзивные материалы для авторского курса были разработаны студенткой Института филологии и межкультурной коммуникации после того, как она познакомилась с татарской психолингвистикой. По мнению студентки, для обучения скорочтению нужно составлять и подбирать тексты в соответствии с особенностями языка.
Летом прошлого года, чтобы апробировать свою методику, она проводила курс скорочтения на татарском языке для всех желающих. Казанцы собирались на набережной озера Кабан и занимались с Маликой онлайн. В чем особенность курса скорочтения и легко ли с ним будет выучить татарский язык, узнаете из нашего репортажа. Каждый день новая книга. Малика Хайрулла – одна из тех, кто может похвастаться этим навыком. Она учится на 4-м курсе Института филологии. Студентке ежедневно приходится уделять много времени на чтение. Эту проблему Малика решила, изучив скорочтение. Теперь она за короткий срок может прочитать и усвоить большой объем материала. Скорочтение – это навык, который позволяет быстро читать информацию, быстро ее усваивать и запоминать в гораздо большем объеме. То есть, читая со скоростью 1600 слов в минуту, человек может запоминать примерно 70-80% информации. Усвоить скорочтение не так легко, ведь приходится исправлять неправильные навыки чтения, а они формируются у человека годами. На изучение скорочтения Малика потратила немало сил и времени. По ее словам, бесплатных и полезных материалов в интернете мало. Тогда студентка решила изучить работы зарубежных авторов и попробовать применять их методики при обучении на русском языке. После усвоения материала Малика стала читать 1700 слов в минуту. Существует множество методик, курсов, программ, то есть это все можно найти. И вообще, если обращаться к каким-то платным занятиям, то цена на них довольно завышена, потому что даже если зайти в книжный магазин, книги по скорочтению будут лежать в разделе «Психология». А в разделе «Психология» довольно дорогие книги, поэтому это недоступно всем, к сожалению. Я искала все-таки более открытые источники, это было что-то сборное, это были какие-то рассылки, методики. Навык скорочтения Малика применила и при изучении других языков. На английском получилось, а вот с татарским возникли сложности. Все из-за особенностей языка. Так в татарском нельзя определить часть речи, лишь взглянув на форму слова. Как это можно сделать в русском? Эту информацию можно получить только через аффиксы. Иными словами, через морфему, которая присоединяется к корню и служит для образования слов. Помимо изменения самой формы слова, в русском языке зачастую необходимо использование дополнительных слов для донесения смысла. В татарском множество показателей заключены в аффиксах. К корню добавляется всего несколько букв. По словам Малики, из-за этих особенностей освоить скорочтение на родном языке легче, чем на русском. Вот, пожалуйста, одно произведение, неотосланные письма Гадель Кутую на русском, на татарском языке. То есть это, например, построение предложения. Дуслар Шаязалган, Жилахуатам Мишин Рахмет, благодарю тебя за откровенное дружеское письмо. Предложение вообще вот так перевернулось. То есть, когда человек выполняет упражнение на русском и резко переходит на татарском, естественно, мозг сбивается. Бусагну хуатамна. Здесь, естественно, в русском языке это будет твое письмо. Хатанна и твое письмо. Добавляется дополнительное слово, чтобы понять смысл предложения. То есть в татарском языке мы используем вот эти фиксированные окончания, просто добавляем их к корню. Здесь же наш мозг вынужден где-то найти основное слово «письмо» и плюс понять, что вот это слово было подвязано к нему. Малика придумала свою уникальную методику скорочтения на татарском языке. Чтобы проверить ее в действии, прошлым летом студентка провела 6-недельный курс для желающих научиться этому навыку. Единственным ограничением был возраст. Участвовать можно было только с 14 лет. Студентка вместе с желающими собиралась на набережной озера Кабан. За это время слушатели курса научились читать татарские тексты в 5 раз быстрее. У меня есть принцип – научился сам научить других. Поэтому решила именно на татарском языке создать курс, потому что все-таки скорочтение на русском отличается от скорочтения на татарском. И тогда запустили курс около озера Кабан совместно с дирекцией парков и скверов в рамках летних мероприятий и параллельно начала проводить онлайн-занятия. После такого успеха Малика решила продолжить изучение скорочтения на татарском. Осенью она обратилась к доценту кафедры татарского языкознания Халисе Кузьминой.
Теперь под ее руководством студентка готовит дипломную работу на тему современной технологии повышения скорости чтения на татарском языке. Я пришла к своему научному руководителю Кузьмину Халисе Хатибовне и сказала, есть вот такая интересная тема, это скорочтение, которое можно изучить на татарском языке. Если бы она тогда эту безумную идею не поддержала, не позволила бы мне поменять тему курсовой, сейчас бы этого всего не было. Я ей за это безумно благодарна, потому что это психолингвистика совершенно неизученная область в татарском языке, и теоретическую основу приходилось все нарабатывать с нуля. Курсов скорочтения на татарском языке до сих пор не было. Попытки проводить его на основе русскоязычных методик не приводили к результату или требовали больших усилий для усвоения информации на двух языках. По этой причине проект «Маляки Тизуку» победил в номинации «Лучшая студенческая инициатива» на конкурсе «Студент года КФУ-2022». Маргарита Михайлова, Эльвира Замалединова, Никита Акиншин. КФУ. Итоги недели. КФУ попал в топ-100 рейтинга работодателей HeadHunter. ВУЗ занял 75-е место среди крупнейших компаний России. Всего в рейтинге приняли участие почти 2000 компаний. Лишь каждая вторая вышла в финал. Работодатели распределены по 4 разделам – от крупнейших до малых компаний. Казанский университет участие в рейтинге принял впервые. Оценивают работодателя в несколько этапов. Какие критерии были использованы при оценке работодателей, мы спросим у руководителя Центра развития кадрового потенциала Управления кадров КФУ Алексея Шубинкина. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте. КФУ в топ-100 работодателей в России. Расскажите, по каким критериям шла оценка? Для начала хотел бы сказать, что мы в первый раз участвуем в данном рейтинге. Он составлялся на основе 3 оценок. Первая оценка – мы заполняли анкету работодателя, и при этом у нас была позиция заполнять ее максимально честно, то есть какие у нас технологии HR есть, каких нет, для того, чтобы именно для себя выяснить, куда нам нужно еще расти. Второй показатель, который имел вес 40%, – это внутренняя оценка. То есть наши коллеги оценивали нашу деятельность университета с точки зрения HR-технологий и в целом метрик различных. И последняя оценка, которая также имела вес 40%, это уже оценка соискателей. И это очень радует, что нас оценили высоко как наши коллеги, так и внешние, те, кто у нас хотят работать. Такая высокая оценка, да? Что дает в КФУ в первую очередь? В первую очередь мы участвовали для того, чтобы для себя выявить точки роста, где мы не дорабатываем, где у нас все вроде бы хорошо, но нужно еще стремиться. Если говорить о таких показателях, то у нас будет шильдик, что мы относимся к 100 лучшим работодателям России на сайте HeadHunter. И соискатели будут видеть, что мы работаем как минимум в направлении совершенствования человеческого капитала нашей организации. А есть ли данные, может быть, еще другие университеты в этом рейтинге? Много таких? Есть один московский вуз и один уральский, насколько я помню, университет. 3 университета участвовали в данном рейтинге, то есть там совершенно разные компании: КАМАЗ, Татнефть, Газпром, МТС, Билайн, то есть тут все крупные и малые предприятия все участвовали. Расскажите подробнее о Центре развития кадрового потенциала, какие задачи перед ним стоят и чем он занимается. Наш центр был создан 14 марта 2022 года, и основной его задачей является реализация политики управления человеческим капиталом Казанского федерального университета, согласно нашей программе развития. Мы занимаемся такими задачами, как подбор персонала, разработка программ по адаптации, по развитию персонала в том числе. Сейчас у нас запускается новый сайт, который был разработан совместно с нашим департаментом информатизации и связи, за что им большая благодарность. И сейчас соискатели смогут находить с легкостью информацию о наших вакансиях, в том числе и через телеграм-канал. В том числе мы занимаемся и вопросами мотивации персонала к работе. А где можно найти вот эти самые вакансии? Вы уже отметили телеграм-канал, да? Телеграм-канал, наш сайт новый, который появится буквально на днях, сайт HeadHunter, сайт Facultetus, работа в России и некоторые специализированные площадки уже узконаправленные. А в среднем сколько вакансий? Вот стабильно, например, 10 вакансий есть в Казанском федеральном университете или больше? Нет, у нас гораздо больше вакансий. Можно их разделять на вакансии научно-педагогических работников, так как они имеют особый статус, данная категория работников избирается на конкурсной основе, и прочий персонал, административно-управленческий, обслуживающий персонал.
Сейчас мы ведем порядка, наверное, 40-45 вакансий, то есть это очень много, но примерно половина из них — это научно-педагогические работники, то есть объявлены конкурсы. Люди откликаются у нас и на вакансии ассистентов, доцентов, преподавателей, так как бренд нашего университета показывает, что интересно здесь работать. И можно в том числе и зарабатывать. А процесс как устроен? Например, человек видит вакансию, откликается, дальше? Дальше мы рассматриваем, действительно ли подходит данный кандидат по профилю вакансии. Если близко к этому, то мы отправляем данного кандидата и резюме данного кандидата к начальнику отдела, который запрашивал у нас подбор. И дальше уже, как просит начальник, либо мы вместе с ним проводим собеседование, сами назначаем собеседование, помогаем в чем-то. То есть максимально способствуем тому, чтобы данный человек дошел до нашего трудоустройства в наш университет. Понятно, спасибо большое и удачи вам, поздравляем. Спасибо большое. Как спрогнозировать опасные метеоявления? Над этим работают ученые кафедры радиоастрономии Института физики. В основе метода оперативного прогнозирования мониторинг особых процессов в атмосфере с помощью приемников спутниковых навигационных систем. Радиофизики Казанского университета первыми в России детально изучат закономерности разработки нового подхода. Казанцы — единственные в стране, кто занимается этим исследованием непрерывно. Приемники спутниковых сигналов, с помощью которых ведется ежесекундный мониторинг конвективных процессов в атмосфере, установлены на здании Института физики. Как проходит исследование и в чем его особенность, узнала Эльвина Минобуддинова. Вот у нас наш приемник, который принимает как раз сигналы спутников. К нему, есть программное обеспечение, на котором отражается, сколько спутников в данный момент находится над нашей антенной. Приемник принимает сигнал, а результат отражается на экране компьютера. Таков принцип прогнозирования метеоявлений в атмосфере. Ежесекундно с нескольких спутников ученые получают массу данных. Наблюдения ведутся с высокой временной частотой. Основная задача ученых института – обработка этих данных. Это у нас GPS-спутники, это GLONASS-спутники. И цветом различается сигнал. Вот видите, этот сигнал не очень хороший со спутника, а вот зеленый, там желтый – это хороший. Сегодня мир переживает глобальное потепление. В связи с этим возрастает энергия атмосферы, а вместе с ней и количество опасных метеорологических явлений. По словам руководителя проекта, профессора кафедры радиоастрономии Ольги Хуторовой, изменения климата связаны с конвективными процессами в атмосфере. Их очень трудно спрогнозировать. Дело в том, что вы знаете, что сейчас меняется климат, идет потепление климата. В связи с этим у нас возрастает энергия атмосферы и у нас возрастает количество опасных метеорологических явлений, так называемых. Это грозы, крупный град, это сильные ливни и даже смерчи, ураганы и так далее, сильные ветра. И вообще говоря, это задача метеорологии, синоптики, да, но мы радиофизики занимаемся непрерывным мониторингом атмосферы с помощью спутников навигационных систем. Навигационных систем существует множество. Это российский ГЛОНАСС, американский GPS, китайский Беду. Летают спутниковые системы над землей в высоте 20 тысяч километров. Распространяются сигналы через все слои атмосферы. Большинство ученых занимаются мониторингом высоких слоев атмосфер ближнего космоса. Основное отличие радиофизиков КФУ от других в этой области – исследование нижних слоев атмосферы. Мониторинг ведут многие ученые и разными методами, в том числе и с помощью сигналов ГЛОНАСС, GPS и так далее, то есть глобальных навигационных спутниковых систем. Но исторически так сложилось, что в основном мониторинг ведут ионизированные части, то есть высоких слоев атмосферы ближнего космоса. Мы тоже, в принципе, ведем такой мониторинг, но мы обратили свое внимание на нижние слои атмосферы, где мы, собственно, живем, и где, собственно, нам важно не попадать под сильный град, под дождь и так далее, под грозу. И это более тонкие эффекты, они более сложно регистрируются. Это нужно больше обработать данные, сложнее обработка данных, чтобы зафиксировать вот эти тонкие эффекты. Прогнозируют опасные метеорологические явления с помощью численных моделей. Модель требует экспериментальных данных. Данные должны поступать с высокой временной частотой. А это возможно только тогда, когда наблюдение за атмосферой всепогодное и очень частое. Обычные спутники с этим не справляются. Им могут помешать, например, облака –
Преодолеть все помехи могут радиосигналы. А это и есть сигналы из таких спутников, как ГЛОНАСС и GPS. Если на эти сигналы оказывают влияние, допустим, водяной пар, то мы это фиксируем у себя в экспериментальных данных. Ну и, соответственно, если мы разработаем методы регистрации опасных явлений, мы потом сможем их прогнозировать тоже. Ученые планируют продолжать исследовать и выявлять характерные особенности спутниковых сигналов. В их целях также разработка технологий для прогнозирования опасных погодных явлений. Проект ученых Института физики КФУ поддержан грантом Российского научного фонда и рассчитан на 2 года. Сумма гранта составляет 1,5 миллиона рублей. Маргарита Михайлова, Эльвина Минобудинова, Ленар Гизатуллин. КФУ. Итоги недели. Как открыть для себя географический дзен? Об этом во второй части программы. Также вы узнаете. Кадровые изменения в КФУ. Кто стал новым проректором по административной работе и руководителем аппарата? Советский писатель, общественный деятель из рода Толстых. Золотой ключик для красного графа. Что дала Казань советскому писателю Алексею Толстому? В Казанском университете впервые пройдет Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба». Олимпиада проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между КФУ и университетом «Высшая школа экономики». На площадке в Казани будут соревноваться свыше 1000 финалистов. Это одна из самых популярных у абитуриентов олимпиад. Она проводится по большому количеству профилей и дает возможность поступить в ВУЗ без экзаменов. По итогам олимпиады выстроят рейтинг. Победители при поступлении на профильные направления в Казанский федеральный университет смогут получить 300 баллов, призеры – 100 баллов. Финал олимпиады пройдет по всей стране в одно и то же время. КФУ – одна из самых востребованных и многочисленных площадок. К нам приедут школьники не только из Татарстана, но и из других регионов. О том, какие еще события из жизни университета и республики были на неделе, смотрите в дайджесте. В КФУ кадровые изменения. Так, новым проректором по административной работе руководителем аппарата с 1 февраля назначен Сергей Прохоров, ранее занимавший должность советника при ректорате. Его предшественник Андрей Хашов перешел на работу в Институт геологии и нефтегазовых технологий. Также на должность заместителя проректора, директора департамента по комплексной безопасности КФУ назначен Валерий Красильников. Казанский федеральный университет продолжает помогать жителям новых субъектов Российской Федерации. Так, ВУЗ передал Мариупольскому госуниверситету компьютерную технику. Партия 75 комплектов оборудования уже в ДНР. Напомним, ранее в ВУЗе состоялась благотворительная акция по поддержке беженцев. Был организован сбор гуманитарной помощи и состоялась лагерная смена для детей. Татарстан шествует над Лисичанском городом. А вот мы тоже в свое время оказали помощь книгами, там, одеждой и так далее, населению, в общем-то, того же района, того же города, Лисичанска. Лицеисты КФУ обменялись опытом проектной деятельности со школьниками из Таиланда. Обсуждение состоялось в рамках телемоста между лицеем имени Лобачевского и школой Суравиват Технологического университета Королевства Таиланд. Презентация проектов проходила на английском языке. Со школой Таиланда мы дружим уже на протяжении 4 лет, и телемост уже проходит во второй раз. Телемост посвящен в этом году год педагога и наставника. Плюшевый эшпешмак. Такой татарский сувенир теперь можно найти на маркетплейсах. Это проект студента юридического факультета КФУ Тимофея Соколова. В подарок сувенир уже получил президент Татарстана Рустам Миниханов. Идея создания родилась в марте 2020 года. В то время в Казани проходил матч всех звезд КХЛ, большое событие нашего хоккея. И во время одного из шоу Данис Зарипов вышел на лед вместе со щитом в виде эшпешмака. Тем самым произвел большое впечатление не только на наше население, но в том числе и на нас. И вот так вот родилась идея. В КФУ прошла смена научно-просветительского лагеря Казанского федерального университета. В ней приняли участие 80 школьников 10-11 классов. Для них были подготовлены викторины, интеллектуальные шоу, конкурсы талантов, настольные игры, квесты и 2 образовательные программы. Географический дзен. Именно такой проект разрабатывает сотрудник КФУ. Проект стал лучшим в номинации «Инновации в образовании» конкурса «50 лучших инновационных идей для Татарстана». Автор – доцент кафедры картографии и географии Института управления экономики и финансов Ирина Мальганова. С ней мы сегодня и побеседуем. Здравствуйте, Ирина Григорьевна. Добрый день. Расскажите о проекте, что он из себя представляет.
Географический дзен – это научно-образовательный open lab, или так называемая открытая лаборатория, для студентов и школьников в формате Telegram. А какова цель этого проекта? Глобально это популяризация географической науки, но в целом мы хотели создать площадку, где сотрудники нашей кафедры географии и картографии и студенты и школьники города Казани, Республики Татарстан смогли бы взаимодействовать. Ну вот вы уже отчасти ответили на следующий вопрос. Аудитория проекта. Да, но мы не были бы географами. Конечно, мы начали с города Казани, Республики Татарстан. Мы хотим выйти на Приволжский федеральный округ и студентов-школьников уже всей Российской Федерации. А какое наполнение контент ожидается в Телеграм-канале? В Телеграм-канал у нас идет в формате инфотейнмента. Это такой некий гибрид информационного и развлекательного контента. Предполагается несколько блоков. Первый связан с персонами, второй с исследованиями и разработками, третий блок — это идеи инновации, и четвертый — это, конечно, дзен-проекты, то есть проекты, направленные у студентов и школьников на развитие конкретной территории, в которой мы проживаем. Город Казань, муниципальный район, в Республике Татарстан в целом. А как вам пришла идея о создании такого проекта и чем обусловлена необходимость и также новаторство идей? Спасибо за классный вопрос. Вы знаете, еще в далеком 2006 году я защищала диссертацию, тема которой была «Качество жизни населения». И на самом деле это вопрос, который меня не оставляет. И вот географический дзен, то есть идея географических исследований, от которых бы зависело качество жизни населения, состояние в целом общества. Да, вот так пришла идея. Победа в конкурсе предполагает получение премии. На что будут потрачены средства? Вы знаете, три ключевых направления или статей расходов. Первое — это, конечно, продвижение Телеграм-канала. Второе — мы планируем развивать сам контент, наполнение Телеграм-канала. И третье, мы запланировали конкурс, пока это секрет, в котором будет такой очень интересный приз географический. Мы планируем подарить поездку в Санкт-Петербург. У проекта необычное название. Слово «дзен» пришло из буддизма и стало популярным и означает «состояние созерцания». В чем, на ваш взгляд, созерцание в области географии? Географический дзен — это как... Мне хотелось, чтобы студенты-школьники достигли такого просветления географических исследований. Они могут быть в области экономической географии, социальной географии, рекреационной или политической, где угодно. Но главное — это, конечно, результат и новые инновационные проекты ребят. Это социально значимый проект, который направлен на популяризацию географии. Ведь когда-то этот предмет в школе был одним из основных естественно-научного направления, а сейчас, к сожалению, роль этой дисциплина отодвинулась, так скажем, на второй план, как, например, астрономия. Что нужно, по-вашему, сделать, чтобы вернуть интерес к предмету у школьников и у взрослых? Найти тот самый географический дзен. Если серьезно, в концепции географического образования Российской Федерации очень четко написано: географическая информация является именно той базой, которая позволит решить обществу проблемы самого разного характера при взаимодействии с окружающей средой, и социальной, экономической, экологической и так далее. И наш традиционный вопрос всем гостям: почему вы выбрали в своей жизни географию, планы на будущее? И, возможно, есть какие-то новые замыслы и идеи? Вы знаете, как говорят у нас на кафедре географии и картографии, география — это судьба. Если честно, я пошла за своим любимым братом. Он первый выбрал это направление география. На самом деле планов очень много, есть интересные, есть глобальные. Например, мы хотим создать ассоциацию выпускников, географов и картографов Казанского федерального университета. И в планах есть ряд идей по развитию географического образования в КФУ в целом. Большое спасибо, и успехов во всех ваших начинаниях. Большое спасибо. Сорокалетие со дня рождения русского советского писателя Алексея Толстого отметили в начале этого года. Современники называли его «красным графом». Будучи дворянином по рождению, Толстому удалось стать воплощением компромисса. Он сумел получить 3 сталинских премии.
Ряд его произведений, несмотря на идеологию того времени, попали в классику отечественной литературы. Его творчество не ограничивалось одним жанром. У него были рассказы, стихи, повести, пьесы. Среди них фантастика, сказки, исторические романы. А элита и гиперболоид инженера Гарина в пантеоне советской фантастики. «Хождение по мукам», «Петр I» – точное художественное отражение эпох. Но больше всего Алексея Толстого мы любим за его сказку «Золотой ключик». Переложение для русской аудитории «Похождение деревянного мальчика» Пиноккио Карло Коллоди. Но не все читатели знают, что красный граф считал Казань родным для себя городом. Почему? Об этом расскажет Амир Ахтямов. Алексей Толстой – советский писатель, общественный деятель из рода Толстых. Автор научно-фантастических рассказов, повестей и романов. И сегодня в научной библиотеке Николая Лобачевского мы познакомимся с произведением, которое известно почти каждому. Это «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Алексей Николаевич Толстой очень любил в детстве итальянскую книжку о похождениях деревянного человека по имени Пиноккио. Он так часто пересказывал его историю, что она обросла новыми подробностями и превратилась в сказочную повесть «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Веселый и озорной Буратино всюду сует свой длинный нос. И в холст, и в чернила, и в неприятности. С помощью верных друзей он справится со страшным Карабасом-Барабасом и разгадает тайну ключик, спрятанного на дне пруда. Толстой посвятил книгу своей будущей четвертой и последней жене Людмиле. Миле Кресинской. Произведение «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» хранится и в научной библиотеке Николая Лобачевского. Данная книга была выпущена краевым книгоиздательством Сталинграда в 1936 году. Автор произведения так хотел познакомить и самых маленьких читателей с приключениями деревянного мальчишки. Он переработал текст повести для малышей. Художник Леонид Владимирский, которому в 2020 году исполнилось бы 100 лет, нарисовал к этой версии много-много картинок. Так получилась книжка-картинка «Приключения Буратино» или «Золотой ключик» для школьного возраста. Родным для себя городом писатель считал и Казань. Он вспоминал позднее. «Здесь я учился, здесь произошло мое литературное боевое крещение. Здесь же я пережил свою первую любовь». В центре Казани сохранилось еще одно здание, связанное с именем Толстого – Дом печати на улице Баумана. Здесь, в клубе имени Габдуллы Тукая, в октябре 1941 года была организована товарищеская встреча, на которой он выступил перед казанскими и эвакуированными из Москвы писателями с речью. Во время беседы Толстой с интересом расспрашивал татарских писателей о их творчестве. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, КФУ. Итоги недели. Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам. И через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа, писал Алексей Толстой. И добавим к этому цитату великого русского поэта Александра Пушкина. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оно и есть постыдное малодушие». Не забывайте историю, ведь прошлое, которое хранится в памяти и есть часть нашего настоящего. Всего доброго.